Всем привет, мои дорогие! Смотрите, какую красоту я вам сегодня приготовила. Кстати, вот этот фон, дрезденская тарелка, есть очень подробный мастер-класс, когда я сама впервые ее делала. Именно вот это, оно огромное, довольно большое полотно. Я все очень подробно показываю. Ну, давайте приступим. Сегодня я вам подготовила наборчики, которые есть в наличии, и если вам понравится, пожалуйста, пишите мне ВКонтакте, заходите в группу «Прелесть прелестная», и там вы все это увидите. Первый вот такой небольшой наборчик, «Виктория» называется, я собрала красно-розовые такие оттеночки, прям ягодный наборчик такой получился, 6 тканей. Следующий набор. Вот такой набор настроения. Я очень люблю это сочетание, где желтый, синий, знаете, такие розоватые, лавандовые оттенки, оранжевого немножко в золотых рыбках, да. Ткани не разворачиваю, потому что у меня много таких обзоров, где я разворачиваю ткани. Все, сегодня решила показать наборы, которые вот сейчас я собирала, занималась, у меня большое поступление, и просто в наборчиках сразу покажу. Вот, далее набор вот такой нежнятины, милота, он так и называется. Вот, это вот такие вот нежные расцветочки, и верхние это детские рисунки, ткань такая красивая, с карандашами, с рисунками, я вам тоже показывала. Следующий набор тоже из малых, 6 тканей в наборе, это набор хохлома, здесь 3 вида хохломы. То есть классическая золотая, красная хохлома, дальше вот пейсли на коричневом, на таком бежево-коричневом, красный и герберки. Вот такой вот набор из 6 тканей. В каждом наборе, вот из малых, да, дальше будут большие, 6 тканей, каждый отрез метр на полтора шириной. Понимаете, то есть 100 на 150 сантиметров в каждой ткани, в каждом наборе. Вот. Далее вот такой наборчик гжель малый. Смотрите, все в таких вот тонах. Гжельские мотивы у меня есть, где мы собирали с вами одеяло в технике «Вокруг света», по-моему, называется, да? Гжельские мотивы, как это роскошно смотрится, сочетание бесподобное, прям лепедушка. Вот. Далее вот такой набор, где я собрала огурцы. Смотрите, пейсли. Вот, они двух видов, но 4-6 расцветок. Очень красивые вот эти ткани, конечно, с русскими узорами, я вообще просто обожаю. Вот такие огурцы. Малый набор. Делала и большие, и малые, чтобы, знаете, кому вот, ну, как удобно. Вот. Далее вот такой оранжевый набор, солнечный прям. И смотрите, в него я добавила герберки. У нас таких гербер еще не было. У нас были герберы синих и красные, а тут, видите, розовые. Очень нарядная такая красивая ткань. Ой, прям лето-лето. И вот такой вот яркий оранжевый набор. Вот, далее вот такой зеленый, его прям моментально разбирают, зеленые очень нравятся наборы. Вот, и видите, какие-то ткани заканчивались, какие-то вот пришли опять, поэтому вот такой наборчик опять в наличии. Девчонки, кто просил, ждал, пожалуйста, пишите. Так, далее у нас идет красненький наборчик. Вот такие оттенки собраны здесь, да, все с красным. Вот такие короны, ромашечки, горошек. Горошек заканчивался, кто-то тоже прям просил, ждал. Я не могу записывать, как сказать, ожидания, да, лист ожидания, то есть конкретно, индивидуально. Поэтому, девчоночки, вот делаю обзор, вас же много. Вот. Далее вот такой набор уже большой из 10 тканей. Русские узоры. То есть здесь я собрала и хохлому, и гжель, и огурцы, вот пейсли. Но, конечно, уже тут не все варианты в 10, а 10 тканей. Вот, хохломы пару штук, пару там гжели, пару. Вот такой вот набор. Здесь уже 10 тканей по 1 метру на 1,5 метра шириной. Российские ткани.
ткани, российские производители, потрясающие расцветки, смотрите, хлопок 100%, то есть хлопок для пэтчворка 100 на 150 сантиметров, представляете, за такую цену это просто прелесть, и шить из них одно удовольствие. Следующий набор, вот такое благородное сочетание, такие благородные ткани, очень красивый набор, смотрите, Пикассо я его назвала. Ну, ассоциации у меня свои вот такие вот с Пикассо. Смотрите, какие благородные расцветки. Ну, просто прелесть. Вот, кто любит вот такое, более такое приглушение, да? Вот такие вот, вот такой есть набор. Пикассо из 10 тканей. Так, далее у нас набор. Собрала всем полюбившиеся черно-белые, ну, с красным. Вот такой набор, 10 тканей. Пока в таком наполнении, вот есть в наличии, именно в таком наполнении. Какие-то из тканей заканчиваются, я добавлю другое. Пока вот на сию минуту, на сей момент, когда я снимаю, большую поставку разбирала и вот собрала вот такие наборчики. Конечно, в одном видео все не покажешь, поэтому вы проходите, девчонки, в прелесть прелестную, смотрите ассортимент. Там появились новые ткани, которых вообще не было еще у нас. И те, что когда-то закончились, давно были, и девчонки ждут. Поэтому проходите, смотрите. Далее, вот такой набор. Его я назвала Ван Гог. Это у меня тоже ассоциации с картинами, да, сочетания. И вот мое любимое сочетание опять синего-желтого. Ну, оттенки, да. И зеленый. Смотрите, какая красота и прелесть. Кто помнит, мы давно шили одеяло Ван Гога или звезда Ван Гога. Есть мастер-класс. Там синий-желтый сочетание. Я прям очень люблю это сочетание. Вот, если вам интересно, посмотрите. Мы там полностью собираем одеяло. Очень красивой техники. Ну и вот, конечно, радуга. Куда без нее, да? 7 цветов радуги. Вот в таком наполнении. Вот такой набор из 10 тканей. Тоже всегда пригодится. Можно или все прям в одном одеяле использовать ярким, красивым, или брать какие-то оттенки. Они все, ну, природа не ошибается, да, все сочетаются между собой. И 2, и 3 можно брать. Вот. И вот такой набор цветочный. Здесь только цветы. Видите, анютки, полянки, герберы двух видов. Вот. Вот такие цветочки по синему полю. Смотрите, какая прелесть и красота. Вот такой ткани еще не было. Сейчас покажу еще один вид там. Вот. Вот такой потрясающий набор цветы. Смотрите, ну просто прелесть. И светлые, и потемнее на темном фоне розы, да, на синем. Так прям благородно смотрится. И вот эта слива по серому очень красиво. Вот такой цветочный набор. Девчонки, ну не прелесть, ну прелесть прелестная. Я не могу, мне так нравятся ткани. Ну и, конечно, есть в ассортименте горошки всякие, звездочки там и так далее и тому подобное. Все это пройдете, посмотрите. Вот смотрите, цветочки. Есть такой розово-голубой по синему полю оттенок и оранжевый такой с красным по черному полю, очень красиво. Потом вот такая гжелька есть по синему полю, видите, и вот эта вот гжель, видите, по белому отличаются, ну то есть виды разные. И так очень многие ткани, поэтому проходите, смотрите, девчонки, если вам что-то захочется, заказывайте. У меня быстрая оперативная отправка. По факту оплаты. То есть сегодня оплатили, завтра утром улетит уже к 8 утра. Вот. Вот такое. Ну, сегодня у меня вот такое вот вам видео, вот такое предложение. Даже просто полюбоваться, зарядиться вот этим цветом, да, как витаминка. Это просто прелесть. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Скоро увидимся. Пока-пока.